Итак, добро пожаловать на Volkswagen Arena. Вольфсбург против мадридского Атлетика, против финалиста Лиги чемпионов минувшего сезона, против чемпиона Испании. Испанский чемпионат стартует 16 августа, чуть пораньше, нежели немецкая Бундеслига. Опасный момент, 1-0. Вот, пожалуйста, первый мяч в сетке ворот Вольфсбурга. И, по-моему, это как раз Манджукич. Нет, это Рауль Гарсия все-таки отправляет мяч в сетку. После подачи Габи со штрафного. Впереди мадридский Атлетико. 14-я минута. Рауль Гарсия. Поспокойнее надо сыграть. В результате ошибка. В результате ошибка. Это может быть голевая атака. Да. Это второй гол Рауля Гарсии в сегодняшнем матче. Финальном матче против пятой команды Германии по итогам прошлого сезона. И большой привет, конечно же, Кнохе. Именно он подарил мяч сопернику. Ну, теперь очень. А вот и момент для Манджукича. Выскочил из ворот голкипер. И пенальти. Пенальти. Диего Бенальо оспаривает это решение. Желтую карточку получает. Ну, конечно, въехал в ногу Манджукичу. Здесь никаких сомнений не может быть. Сначала ногами вперед, кстати, Бенальо кидался, но ушел от столкновения Манджукич. А потом уже Налдо снес хорватского нападающего. Манджукич будет выполнять этот 11-метровый. Да, 3-0. Марио Манджукич, 62-я минута с пенальти. Тот мадридский Атлетико, который мы увидим уже в новом сезоне. Атлетико с Гризманом. Атлетико с Манджукичем. Атлетико с Кристианом Ансальди. Ну и как. Удар, и счет становится 3-1, и это Налдо. Не зря я. За его умную игру. Ну, здесь, конечно же, повезло, и рикошет был. Поздравляю Гризмана с этим голом. Мяча вот... При розыгрыше штрафного, при ударе по воротам не надо это делать. А вот это изящная закидушка-то. А? Вот такой моментальный. Жалко только, что не Гризман это сделал. Было бы весьма-весьма символично. А передачу, по-моему, ну, здесь уже вот так дают поиграться с мячом вышедшему на замену Саулю. Ну и вот шанс у Гризмана. А он такую передачку отдает, а? Красавец. Гризман на Эрнандеса, и счет становится 5-1.
Ну, здесь такая дыра была в центре обороны у Вольфсбурга. Просто центральные защитники уже не успевали. Три игрока вывалились на ворота Диего Бенальо. И в упор расстреливал Эрнандес, голкипер.